Ростовчане, всем привет! Февраль не перестает нас морозить, на улице ветрено, холодно, и по ощущениям, кажется, вот-вот начнется дождь. Как видите, с собой зонт я не брала, поэтому давайте скорее отправимся в студию, и там я уже подробнее расскажу о прогнозе погоды с помощью цифр. Ночь на понедельник возможен снег при минус 3 на термометрах, а днем в первый рабочий день плюс 2 и вероятность дождя. Влажность воздуха, разумеется, высокая, а атмосферное давление в своем эталонном виде. На этом у меня все.